Про трова я такого не говорил изначально. Тров функционалом берет. То есть для зрителей, там, для всего вот этого. Вот это, конечно, прикольно. У ВК сразу качество. ВК Play Live платформа. Если что, ссылочка есть в этом, в закрепленном комментарии. Там турнир Чак сейчас проходит. Прям сейчас играют Дифище, Силик и Флаббер. Ой, хорошо. А, нет. Блин, вот если сейчас получу, будет очень плохо. Хорош, 13-5. Ой, сорян. Не хотел. Ёжик в тумане, спасибо еще за три пройдя. Ты знаешь, у меня двое детей и мальчики, которые болеют уже месяц и дома просто ахтунг. Так что игра в танки — это рай на земле. Я понял, обалдеть. Во-первых, здоровье им. Пусть поправляются срочно. Ну, значит, все. Не смею задерживать. Надо отдохнуть в рандоме. Все, ёжик, давай, разрывай там. И спасибо тебе еще за три четверки. А может и не так плохо этот танк? То есть нужно, может, просто понять, как его реализовывать и все. True love, согласен. Отрезать не буду. Сейчас все на донате построено в отрове. Это факт. Да, да, мы уже близко. Мы уже близко. Очень близко. Господа. Как же мы близко, вы себе даже представить не можете. Ой, вот это совсем фиговенько. Ладно, надо бабаху просто найти и все. Ага, тут бабахи нету. 94-76, мы уже очень близко, друзья. На бабашке. Какал. Ой, блин, у меня один вопрос. Мне делать, ты чё сейчас? А? Чё мне делать без наводчика? Столько времени.
Бабаха. Попадай. Нет! Таран. Найс. Всё! Готово! Какой ужас! Чё так долго? Я не понимаю. Боже, как же это долго. Так затекла шея. 3 отметочки, 2-я степень. Да. Шестьдесят 69 боёв, 4200 сумма, 3000 средний урон. 3 отметочки есть. Чё-то я устал на нем играть, скажу вам честно. Очень устал. Отыграли мы целых 10 часов 9 минут. Короче, давайте подрезюмирую. Вроде что-то интересное есть. Но чтобы понять его геймплей и научиться на нем играть, это нужно... Ну, всего лишь каких-то 10 часов мне понадобилось, чтобы научиться на нем играть. И под конец вроде бы что-то началось. Неплохое. Боже. Понимаете? 10 часов. Так я вообще не понимал, как на нем играть. Слишком сложный танк геймплейно. Фармит он. Чё по фарму? 6 миллионов, это учитывая, что мы играли на Improved со средухой 4008 боев. То есть, понимаете, фармит он очень плохо. На ББХах на нем играть я не буду советовать, потому что, ну, вы вообще ничего, наверное, не сделаете, как и я, собственно. Если бы играл на ББХах, особо ничего не сделал. Тут хотя бы 244 пробития, а тут 200. Бесполезно. Вот, короче, танк не советую. Танк сложный, танк такой... скучный, но иногда поврываться можно. Вот что я могу сказать. Завтра у нас утром стартует стрим. Вот по